Можно Старший, прямо в дверях мы стоять. перехватили чье-то сообщение. Там. Передатчик находится на побережье, рядом с космодромом. Щит закрывал весь проход. Не уходить далеко. Это Распутин, военный разум. Если я верно понимаю, это сигнал бедствия. Будет жаль потерять еще одного любителя балета. Их и так мало осталось. Блин, короче, встаньте подальше, я в инвизе постою на точке. Только буду периодически к вам бегать, чтобы продлевать. Вам когда скажу, вдвоем встанете. Меня. Играю на Тавгамитаже. Сейчас. Нет, снесете. Корабли прилетают с другой стороны. Проходим на меня. Рырки мы снесли. Левый. Снесли. Правый. Левое право снесли? Или правое лево? Левый снесли, потом правый снесли. Ага.
Строитель. Щит. Корабль. Отходим на меня. Когда она заканчивается, надо отойти. Знаешь, как в твоей рекламе. Ты налей, отойди. Да, немного по полу. Я первый там. Двери стоим, короче. Он там чуть дальше пройдет и чуть поставит. Ты потом его заменишь и так далее. Не забывай, вот не забывай говорить. Где осталось? Вот как к иконке гранате подходит, говоришь мне и все. И отходишь назад. Не жди, пока у тебя закончится, не той на месте. Рекью, если у тебя много свободного времени и есть желание, то... Меня. Можешь этим заняться. Заходит громкий гранат. Типа, я такими вещами не увлекаюсь. Ты-то как хочешь. Меняй.
справа взрослый. А там уже некому стрелять. Там глазик нужен. Меняй. Ой, справа, справа. Глазик светит. Вот этого. Короче, ульта почему не откатилась? Да потому что там уже некого. Не стой, стреляют, стой. Потому что. Воители остались. Ну все, заканчивается. Ой, назад, назад, назад! Давайте себя убить. Есть щит? Нет, чё? Нет. Зараза. Еще один остался. Упали. Айфон. Так, ну отсюда, да, наверное. Назад да, будем бегать. Где стоять будем? Прямо вот здесь вот справа. Центру. Ульт есть. Право? Чем? А, ну. Справа. Да. А, я забыл, у нас же щиты. Ставьте, дай больше. Да. У меня еще. Ну планина. Давай, я сейчас первый воткну. Давай. Сейчас тут перегрузы будут. Взрывашки. Нету. Блять, вот это охуенно. Меня не было. Ну, можно было заранее сказать. Я тут стоял и ждал, блин. Каленый. Заканчивается. Ну, у меня сфера не наделалась, я ничего не мог сделать. Ну, сказать просто. Есть ульта? Да. Надо перегрузочным разобраться. Меняй. Нацепил на него справа. Можем к лестнице отойти. Стрела. Давай. Меняй. Собирать. Есть ульта? Нет. Тут
тут воитель один остался, по сути. Лучше сейчас вам его убить. А куда нету, если что? Сейчас накоплю. С анархией что-то сделают в следующем сезоне. У меня половина только. Есть, есть. Я сделаю арбы. А, окей. Здесь надо будет ставить? Нет, пока нет. Попали. Там две взрывашки. Так, мы отсюда сносим, вот сверху пойдет рин. Отсюда, оттуда. Сносим всех, всех из рвашек прям с помпочкой. Готово? Да. Это пацаны? Пацаны, на мне убейте. Ну, а как-то сразу влево полетел в этот раз. Ульту сразу ставлю, как заходим. Да. Поменять есть? Да. Меняй. Взрывашку слышу. Барьерник. Меняй. Слева, сверху. Это мечта эпилептика. Сзади, ребят. Да, заметил. Ну, пошли они. Ну, ульт есть, если что, Джон, если поднимешь, я подниму. Сейчас у меня чуть-чуть накопится, я поставлю щит еще раз. Да, тут просто перегрузка стоит. Ресаж, да? Да. Тут у нас прям стоит дядя. Меняй, если есть. Сзади, сзади вас, ребят, долго идут вас. Ага. Блин, ну защитное поле. Но. Барьерка есть? Блин. Забил. Опять поставил. Ну, жду, пока собьешь. Меняй. Ладно. О, появилось. У вас. Справа стоит. Справа, давай убьем. Меня здесь? Да, он к другому вернулся. Нету чуть-чуть. Шарик оглушен. Найс. Nice.
Меняй. Нет. Он один остался. Хотя не, вышли. Вышли. Что мне? Снизу стоит. Рокинг. Ты не дышишь. Патрон, да. Я тоже. Ну, дистанцию тогда держим. Не заходим в комнату. Пока не нужно, да. Блин, надо я шарик убить. Да. Да. Ребят, это снайпер тушит. Ну чуть осталось у него. Снайпера, ладно, ушел. Сейчас сделаю РВО. У меня есть. Давай ты первый. Или у тебя нет? Да. У меня просто анархия, блин, 6 патронов. Меняй. Фуф, нападал хотя бы. Даже лишнего. Нет вообще. У меня есть. Что там? Скажешь, как готовусь. Или ждем, пока у меня откопится хотя бы до половины. У тебя вообще нет? Ну, у меня буквально вот первая строчка, короче. Можно было с сейфом. Где вы обычно стояли? Ему справа стояли. Макс. Сначала справа, потом на центр перехода. Ну, короче, скажешь, что пойдешь на мид. Ну, вот сейчас мы типа отстреливаем мобов. Появляется сейбер, и мы на центре стоим. То есть центр, подожди, это вон там? Ну вот здесь. Ну вот эти полукруг. Ладно, я сейчас наделаю арбу, тогда у меня есть сюда. Ну там, где пошли? Мы прыгаем, короче. Давайте пробовать, что. Пошли. Короче, у меня примерно половина откатилась. Mm-hmm. Две палки. Вот прям здесь стоит. Тут же электричеством бьют. Но потом в процессе будет. Нет. После первой стадии там шанки повылезают. Барьер стоит. Так, я первый поставлю.
советы из чата. Let's go. Ней? Нету. Надо барьерник повесить. Поменять будет? Сейчас, да. Блять. Близко стоим к этой фигне, она электричеством бьет. Меня есть лезть. Да-да. Нету. Вот это хуёво. Ну, если поднимете, должен открепиться там. Миллиметр прям остался. Сейчас, не выходи из навиза. Взрывашка. Справа. Сейчас быстро сносить две стадии сразу. У меня будет. Зрошка. Аккуратно. Нет. 4 экзотические инграмма упали на почту. 2 высших осколка, понимаю. 4 высших осколка и там первого куча экзотов. О, и плазминка. Плазминка так себе. Плазминка говна. Как-то тяжело идет. Ну, у меня опыта мало, например, на Титане. Да ничего страшного. Дэймон. Может, на башню? Давай. А, сейчас. Три штуки осталось.